Послание президента изменило жизнь Бауржана Туйлыбаева. После призыва о вовлечении в активную жизнь людей с ограниченными возможностями, молодого человека с инвалидностью пригласили на работу в одну из сельских школ Мангыстауской области. И теперь он трудится организатором культмассовых мероприятий, рассказывает Татьяна Ковалева. Интерес к искусству у Бауржана Туйлыбаева был с детства. В 7 лет он запел, к 11 начал рисовать. Следуя творческому зову, парень окончил колледж искусств. Правда, найти работу юноше долго не удавалось. Сначала я пытался устроиться по специальности, потом был готов на любую работу. Но увидев, что я частично парализован, работодатели мне отказывали. Я очень расстроился от мысли, что не смогу кормить свою семью, и всю жизнь придется сидеть на шее у жены и у родителей. Молодого человека принял на работу директор сельской школы и не прогадал. Теперь художник и музыкант оформляет школьные стенды, организовывает культмассовые мероприятия и отвечает за музыкальную часть местных торжеств. Мы с коллективом внимательно слушали послание и сразу же поставили себе галочку на пункте, где президент говорил о людях с ограниченными возможностями. Сами занялись поиском таких сотрудников и вот наткнулись на такой кладезь талантов и способностей. Бауржан буквально за неделю проявил себя с наилучшей стороны. Парень признается, на этом не остановится. Бауржан собирается получить второе высшее образование, а в будущем планирует преподавать азы художественного искусства и развивать свой музыкальный талант. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев, Мангистауская область.